После приезда из Кишинева современная пожарная машина впервые выезжает из бокса службы чрезвычайных ситуаций района Басарабяска. В данном случае спецтехника на пожар не торопится. Ее выгнали из гаража, чтобы показать нашей съемочной группе. Со 2 по 4 ноября в городе Кишиневе проходили спортивные соревнования памяти спасателей пожарных, погибших во время исполнения служебного долга. В них приняли участие 16 команд со всей страны. Команда из Басарабяски выиграла. За победу нас наградили большой премией – спецмашиной марки «Вольво». Чтобы занять первое место, нам пришлось долго тренироваться. Другие команды были очень хорошо подготовлены и физически, и в профессиональном плане. Мы очень хотели, чтобы у нас была современная спецмашина, чтобы мы могли быстрее реагировать на вызовы. Будем и дальше участвовать в таких соревнованиях. Как отметил Вячеслав Берестян, выигранная ими машина не новая, зато современная и более маневренная, а это в случае пожаров очень важно. Если говорить о мощности, то у этой машины она намного больше, чем у ЗИЛа, который у нас есть сейчас. Он способен развить скорость максимум до 60-70 км в час. Машина марки «Вольво» способна ехать со скоростью в 100 км в час. То есть на место происшествия мы сможем приезжать быстрее, и техническое оснащение в данной машине более современные. Сейчас пожарным и спасателям предстоит доукомплектовать спецмашину, чтобы она могла полноценно работать во время чрезвычайных ситуаций.